Финский мужской монастырь в Таиланде, который находится за 100 километров от Бангкока, приглашаются лица, ищущие настоящего монашеского жития, независимо от сана. Объявление делается по просьбе настоятеля архимандрита Олега Черепанина. Сюда мало кто заходит, вокруг одни буддийские монастыри. И хотя все удобства здесь есть, однако немалого труда требуется для того, чтобы поддержать эту красоту. Вот эту дорожку я буквально вчера подметал, и она уже снова засыпана цветами.